Здравствуйте. Я хотела бы спросить, откуда вы приехали? Из какой вы страны и города? Мы приехали из России. Живем в городе Тольятти, автомобильная столица. Сколько человек у вас путешествует? Мы вдвоем. Скажите, пожалуйста, насколько безопасно вы ощущали себя здесь во время пребывания на острове? С момента прибытия вот до сегодняшнего дня? Абсолютно безопасно. Понравилась ли вам культура, люди, население? Очень понравилось. Очень понравилось. И культура, люди, особенно природа. Расскажите, пожалуйста, как вам в целом тур и места, которые вы посещали? В целом тур очень интересный. Места, которые мы посещали, еще более интересные, я бы сказал. Понравились. Самый интересный момент был, когда мы поднялись на Сигирию. И там девочки под песню танцевали на самом верху. Девочки, мы не ожидали сами. Тамильские девушки, одеты в национальные одежды, и у них был очень своеобразный танец, очень глазками, как вот это вот. Это только вот они вот могли так. Мы смотрели как завороженные. Мы потом с ними сфотографировались с этими девочками. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вы бы рекомендовали Шри-Ланку как место для посещения? Обязательно. Это очень красивое место, очень хорошие люди, доброжелательные. Ну, как у нас, действительно, остров рай. Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо.